Уже в следующем году в Михайловке одним детским садом станет больше. Он рассчитан на 220 человек и будет отвечать самым современным требованиям. Строители приступили к работе в июле. Уже заканчивают ритье котлована, завозят строительные материалы. К 1 сентября планируется начать закладку фундамента. Строительство идет по программе развития образования Волгоградской области в рамках нацпроекта «Демография». Вырастет садик на 3 этажа и станет долгожданным подарком юным жителям Михайловки и их родителям.